Наконец-то команды у нас переподключились. Это означает, что можно продолжить игру. Пересоздали лобби, и в это лобби зашла команда NIP. Зашла прилично так побитая, потому что Power Rangers нормально размяли им горбы. На последних минутах этого матча, так почему-то теперь я не вижу Tower, что у него с ХП. А, с ХП я вижу, что у Tower 711. Все это небольшой затуп от меня. Так, по артефактам мы, в принципе, все видели. Те, кто не переключались, не отвлекали свое внимание на что-либо другое, понимают, какая ситуация. А ситуация у нас следующая для всех, кто только что подключился. Команда NIP очень уверенно начала этот матч. Точнее, конкретно эту игру очень уверенно. Прошлую они, понятно, уверенно откатали и выиграли. Эту игру начали уверенно, а потом PR все-таки нащупали свой стиль, свою игру. И начали просто сносить вообще с карты одного за другим игроков команды NIP. Бэтрайдер здесь. У него есть лассо. Дитяра врывается у нас с Бэтрайдера. Надо ходить в инвиз и пытаться разбирать у нас Бэтрайдера под инвизом. Форстафает себя Бэтрайдер и делает даггер-аут отсюда. ТП еще 10 секунд не будет. Дитяра продолжает погоню, но, понятное дело, здесь Бэтрайдера нет. Наконец-то увидели его. Санейка проверил у нас, где Бэтрайдер. Бэтрайдер здесь. Сразу же чеширский кот на него врывается. И Дитяра забирает на киллинг спри Бэтрайдера. Счет становится 21-17. Здесь, если что, был СФ, он даже не подходил туда. Он как старший брат стоял и смотрел, чтобы все было по-честному. Куда у нас бежит чеширский кот? А чеширский кот бегает у нас практически всю игру. Бежит он у нас на Шторм Спирита. Приземляется Шторм Спирит и приземляется в ульту СФа. Роджер просто в соло разбирает Эру. Здравствуй, Эра, с переподключением. Чеширский кот у нас пытался ульту заюзать Vengeful Spirit, которая улетала. Не получилось, и хорошо, что он не улетел вместе с ней под фонтан. Побег еще один у нас от Spirit Breaker. И еще один труп для команды Power Rangers. NIP просто расклеиваются. Что не может не радовать. Power Rangers — это белорусский коллектив, за который мы болеем всем сердцем и душой. Поэтому, конечно же, топим как можем за наших ребят. Башня на топе, ой, на топе, на мидлейне Т2 начинает сыпаться. И сыпаться вполне уверенно. У Сларка есть Аегис на всякий случай. Есть Блинкдаггер. Есть БКБ. БКБ был проюзан ровно 0 раз. Роджер здесь. Роджер готов драться. У Роджера ульта появится через 45 секунд. Но у него и так с руки достаточно дамаги. 210 с руки наваливает Роджер. Чеширский кот здесь в соло решил убрать лимпа. Чеширский кот стоял в трипле, стоял в сложной линии. Чеширский кот всю игру пробегал, а снайпер всю игру профармил. Вот теперь понятно, кто бегал, кто фармил. Короче говоря, чеширский кот в соло разбирает снайпера, и это ой-ой-ой как классно для команды Power Rangers. 24-17. Ребята идут к успеху 100%. Это вам не шоколад, который шел к успеху. Дитяра на данный момент 2400 имеет еще на руках. Я так понимаю, выход будет, скорее всего, в башер. Что еще более разумного здесь можно придумать, не знаю. По кустам летает у нас Бэтрайдер. Видят ли его? Видят, зато хендскина его разбирают моментально. Роджер забирает доминейтинг. Колба полетела, теперь понимают, где был Бэтрайдер. Но, понятное дело, его там уже нет. И это говорю не только я, который видел, но и ребята понимают, что после бочки блинкаут будет 100%. Проседает команда НИП по голде, по артефактам, по тактике. Power Rangers начали свою игру и начали ее вполне уверенно. 14 тысяч, ну а так примерно и было по голде, и так примерно по XP. По XP, наверное, даже побольше было. Понятно, ребята переподключились, графики уже нас не будут интересовать, потому что они будут фейковыми. В никуда у нас прыгает Дитяра через голову умирающего от рук Рубика Силкида. Vengeful Spirit отправляется в таверну. 26-й фраг для ПР. ПР должны идти и сносить еще один тавер. А после этого заходить на хайграунд и заканчивать этот матч. Не надо давать расфармливаться ни шторму, ни снайперу. У снайпера нет БКБ, и пока что его не будет. Еще 1200 голды до БКБ. Можно этого снайпера просто отправить в таверну пару раз, и БКБ так и не будет. У Тауэра ничего уже по ХП не остается. Можно заходить на хайграунд. Готовы ли к этому команда Power Rangers? То, что команда NIP к этому не готова, я почти уверен. Они явно
не чувствуют на данный момент игру. И видно, как ошибаются нипы по всей карте. Лимп здесь. Видит ли лимп, а не чеширский кот? Это главное, что... Если чеширский кот видит цель, он моментально к ней бежит. Побежал у нас чеширский кот. Побежал он в умирающего дизраптора. Но чеширский кот не настолько осоловевший, чтобы бежать на хайграунд. Понятно, что дизраптор делает ТП-аут. Здесь у нас загулял еще и Бэтрайдер. И после Бэтрайдера Эра еще дальше стоит. Тоже делает отсюда ТП-аут. Бэтрайдеру тоже по желанию, конечно, надо отсюда бы улетать. Улетают у нас все отовсюду. Все боятся команду Power Rangers. Но я бы тоже особенно сам не гулял, даже в своем лесу. ПРы очень круто себя чувствуют. У них по голде 15 тысяч, по XP 10 тысяч. Какие ровненькие графики. Какая стабильная игра от команды NIP. Конечно же, это шутка. Графики обновились после перезахода в лобби. Ну, не обновились, а натупились. Поднимает у нас шторма в ульту Роджер. Через БКБ разультился очень сильно, по ХП просел Эра. Влетает сюда на Роджера. Роджер здесь соло под лосо. Как он здесь оказался, мне непонятно. Что он себе думал, тоже непонятно. Ну, Хэнскин, скорее всего, отъезжает от ульты. Как я понимаю, да, еще два тика и все. Ancient Operation забирает у нас дизраптора. Того дизраптора, который прошлый матч на секундочку выиграл для команды NIP. На лоу хп у нас Storm Spirit. Нереально серьезно просил от Роджера и от ульты. Так, здесь у нас чеширский кот. Silence на него, Assassinate. Чеширский кот тоже погибает. Что это и зачем это, мне непонятно. Немножко переиграли игроки Power Rangers. И два совершенно ненужных фрага. Причем это кор-герой, это SF, который имеет максимальный нетворс на карте 15900. Это чеширский кот, который наиболее полезный. Это точно most valuable player данного матча MVP сокращенно. Кто вдруг подумал, что я такое ляпнул. Хоть Санейка вместе с Дитя ранее подставились, и то радует. Санейка отправляется у нас фармить лес. У него есть Еул, у него есть Даггер. 220 по голде на руках. У Джейфо после Госскептера появляется еще и Гем. У Роджера ничего нового не появляется. Яша появляется. Появляется Яша, Ultimate Orb и рецепт на Манта Стайл. Манта Стайл, собственно, понимаем для чего. Для того, чтобы сбрасывать Сайленс, который дает на него Шторм. Тут Эра становится бесполезен. СФ под Манта Стайлом. Во-первых, Манта Стайл нужен сам по себе, чтобы нормально так дамажить с руки. Во-вторых, помогает избавиться от злополучного скилла Эры. Бежит ли у нас чеширский кот на Эру? Или он просто прибегает к Рошану? Начинает фармить Рошана у нас команда Power Rangers. NIP об этом представление, как я понимаю, не умеют. Здесь есть обсервер. Обсервер их не палит. Ну и вообще здесь больше ничего по вардам команды NIP нет. Обсерв команды Power Rangers стоит, а NIP в неведании остаются. Ну, счастье в неведании. Хотя Aegis на SF и вряд ли это счастье для команды NIP. Spirit Breaker опять у нас ложную тревогу дал. Отправился на топ, но до топа не добежал. Оставил стан на миди пофармить, что очень важно. Появляется алебарда у нас у Spirit Breaker. Это значит, что можно шторма будет выключать, шторм дамажить не будет. Или того же снайпера напасть и выключить. У снайпера, правда, есть БКБ, но БКБ режет снайперу дамагу. То есть за эти деньги можно было купить какой-то нормальный артефакт на дэмэдж. Но снайпер вынужден спасать свою шкуру таким вот образом. Spirit Breaker бежит у нас за Эрой, как я понимаю. Эра улетает на хайграунд. У Эры нет практически маны. Но Эра правильно делает, что отправляется к своим друзьям. Потому что можно было и не вывести. Ну что, у нас будет заход на хайграунд. Поднимаем камеру, смотрим мелким планом, что у нас будет происходить. Происходить у нас должно следующее. Команда Power Rangers должна нападать, а NIP должны отдавать свою сторону. Взлетает у нас Бэтрайдер через Firefly, замечает чеширского кота. Подцепили у нас Бэтрайдера. Бэтрайдер погибает здесь. И минус один. Можно идти драться. Можно и нужно идти драться. Еще и гем потерял у нас Бэтрайдер, как я понимаю. Да, выпадает из него гем, забирает гем команда Power Rangers. На ком у нас гем? На ком у нас гем? На ком у нас гем? Гем у нас на аппарате. Все хорошо. Нет, на аппарате был гем до этого. Spirit Breaker. Короче говоря, не ясно, на ком там гем.
Глимсует у нас Дитяра. Дитяра не может зайти в ульт. Теперь наконец-то провязал БКБ в ульту. Можно войти, но Дитяра не тратит такой важный и полезный скилл, как Shadow Dance. Ну что, попытались зайти, ничего не сделали. Крипы приходят, крипы умирают. Пока что NIP свои подступы к своему хайграунду удерживает относительно уверенно. Роджер после Манта Стайла и БКБ имеет 1800 на руках. Отправляется на Энчентов. Надо делать даблстак. Роджер, следи за таймингом. Роджер не следит за таймингом. Даблстака здесь не будет. Очень и очень жаль. Дитяра чуть было не наполучался. У него 4000 на руках. У Роджера лоу хп практически, но здесь Аегис ему не страшно. Можно, в принципе, будет стянуть на себя команду соперника. Можно будет начать файт и умереть. Это не проблема. У Бэтрайдера. Что у Бэтрайдера? У Бэтрайдера есть форстаф, есть у него блинк-даггер, есть у него Staff of Wizardry. Но это было давным-давно. Нового у Бэтрайдера, кроме Boots of Travel, ничего не появилось. Но тоже относительно новый артефакт. Сапог все равно был, Транквилы были, поменял их на B.O.T. У Сларка появляется Abyssal Blade. Я думаю, что до свидания, снайпер. Или до свидания, Storm Spirit. Скорее всего, до свидания, снайпер. Если врыв будет со стороны команды Power Rangers, то надо исключать у нас снайпера. А Storm Spirit у нас и Алибарда отправят в никуда. Ну что, выход на топ-лайн команды NIP. Power Rangers проюзали смог. Вчетвером они здесь. Один остался на лайне. Это Дитяра. Будет ли Дитяра на себя байтить? Вряд ли он будет на себя байтить. Игроки NIP ответный смог, но совершенно в другой части карты. Друг друга не видят, но Роджер бежит достаточно быстро. И может быть получится встретиться. Здесь смог на Эре нету. На Бэтрайдере тоже не имеется смока. Смог на трех других персонажах. Но пока на них нет смог, пока на них точнее смог, и они бегают, может быть, есть смысл подраться на хайграунде. Я имею в виду на хайграунде зайти на лайн. Роджер здесь, успеет ли включить БКБ? Роджер ловит стан, ассасинейт в него готовится. Роджер включает БКБ, с руки наваливает Vengeful Spirit. Она уходит отсюда живая, но погибает Дизраптор. Приходит сюда Spirit Breaker, и все делают тэп-аут, а кто мог отлетел своим ходом. Я говорю, конечно же, сейчас об Эре. У Эры есть Bloodstone. У Эры есть 2300 сверху, но в Bloodstone пока что базовое количество зарядов. 8 штук. Ну, затягивается игра, и вот о чем я говорил. Взяли тайм-аут. Взяли небольшую передышку, переподключились, и темп упал. Темп матча упал. Есть такой термин в обычном спорте, не киберспорте. Сушить игру. Бить по аутам, останавливать, брать тайм-аут. И так вот, NIP явно высушили эту игру, и динамика останавливается. И там, гляди, может повернуться обратно в сторону шведского коллектива. ПР пока что впереди. Но это, опять же, пока что. Дота игра очень динамичная и непредсказуемая. 10 тысяч по экспе, но я думаю, сюда залазить нет смысла. Да, Power Rangers по голде выигрывают. Безусловно, выигрывают, но сколько они выигрывают, точно сказать не могу. Могу точно сказать, что больше 10 тысяч. Чеширский кот отправляется у нас. Просто бегает по всей карте чеширский кот. То на персонажа, то на фонтан, куда улетел персонаж. То на персонажа, то на фонтан. Не знаю, юзал ли он хоть раз алебарду. По-моему, не удалось ему так добраться до файта. У снайпера появляется джевелин. Я так понимаю, будет выход в МКБ. У Spirit Breaker, на котором играет чеширский кот после алебарды, 1000 голды, больше по артефактам ничего не появлялось. Куда идет Дитяра? Дитяра идет отдаваться? Дитяра врывается у нас на Бэтрайдера. В него же Abyssal Blade проюзал, и надо отсюда уходить. Врубает у нас БКБ Дитяра, Санейка здесь, Санейка скорее всего огребет. Санейка огребает из-за ошибки Дитяра. Дитяра продолжает наваливать по Vengeful Spirit, и все игроки команды NIP живы, все. Полностью все 5 игроков живы. И минус 2 у команды Power Rangers. Куда пошел Дитяра? Я не понимаю. Он, видимо, пошел отдаваться. У него это получилось. Прекрасно. Ты хотел всех удивить, ты удивил. 3690 на руках у Лимпа. И
Ждем, что будет появляться. Отправляет уже курьера. Он на Secret Shop. Я думаю, Demon Edge, скорее всего, появится вот здесь. Нет, Demon Edge здесь не появляется. Никаких денег у нас не тратил Лимп. Спирит Брейкер тем временем забирает Дизраптора в чужом лесу. Эра летит за Спирит Брейкером. Цепляют у нас Чеширского кота. Есть БКБ у Чеширского кота. Он его включает. Пошел разгон на Лимпа. Ульта, не ульта, а БКБ от Роджера. Роджер отлично юзает Даггер. Забирают у нас снайпера. Будет ли погоня за Эрой? Нет, Роджер отсюда уходит. У нас здесь разменивают Чеширского кота в снайпера и Дизраптора. Ну, нормально, один в два подрались, главное, что снайпера забрали. Это кор-герой, чеширский кот, хоть и важное звено команды Power Rangers, но это не главный, не мейн-керри. Чеширский кот всего лишь на пятом месте. Хотя, о чем мы говорим, снайпер на четвертом месте. Чеширский кот уступает ему не намного. Но, опять же, это главная проблема, якобы, команды Power Rangers. Санейка получает бочку у нас от Бэтрайдера, поднимает его в воздух. Есть ли что-то краденое у Рубика? У Рубика есть напалм, на всякий случай краденый. А Санейка разбирает Бэтрайдера вместе с Роджером и Джей Фо. Ну, классно подрались. 32-23. Но так и нужно драться. Не нужно ходить по одному, не нужно ходить в чужой лес. Тем более одному ходить там. Злой, страшный серый волк. Нефиг там вообще делать команде Power Rangers по 2, по 3 человека. Безусловно, они сильнее в плане фарма. Они мощнее по артефактам. Shadow Финт вообще ничего чувствовать не должен. Но, тем не менее, он чувствует. Тем не менее, он раз за разом, да, огребает. Что у нас у снайпера? У снайпера 3500 на руках, а у СФа появляется Баттерфляй. Это то, зачем собирает снайпер МКБ. Надо как-то контрить СФа команде NIP. И вот Лимп вызвался этим заниматься. Что по БКБ? По БКБ 9 секунд. Еще у снайпера БКБ только один раз было проюзано. У СФа 7-секундный Black King Bar. У Рубика Black King Bar нет. У Рубика собирается постепенно Аганим. У Спирит Брейкера после Алибарды 1400 голды. У Джей Фо после Гёст Скептера появляется Point Booster и еще 1300 на руках. Это значит, что через 2700 будем наблюдать Аганим на этом персонаже. Тогда драки станут поприятней. Давайте по артефактам NIP посмотрим, что да как. Ничего у Бэтрайдера нового не появилось, если только курица не несет. Нет, курица ничего ему не несет. У Силкида тоже. Ну, хотел бы я сказать, что-то новое могло бы появиться, но тут вообще ничего не появляется. Здесь 0.8.15 счет и Power Threads. Это главное достояние Vengeful Spirit. Даже в ломбард нечего отнести. У Шторма, на котором играет Терра. Шторма, который фармил в легкой. Есть Black King Bar, есть 12 зарядов в Бладстоуне. Есть Оркет. Оркет первый артефакт. И 2000 еще на руках. У Дизраптора до Аганима еще 1100 голды. Видят у нас Санейка, готовы ли на него врываться. Здесь сразу 5 игроков команды Power Rangers врываются у нас на Санейка. Врывается сюда Дитяра. Дитяра раскастовывается Роджер. Отлично, ульта от Роджера, но продолжают пока что по ХП быть в безопасности большинство игроков команды NIP. Наконец-то разваливается у нас Vengeful Spirit. Силкит отправляется в таверну. Джей Фо очень сильно горит. Он здесь, скорее всего, погибает. 2 в 2 пока что драка. Чеширский кот наваливает у нас Хенскину, а здесь разваливают, к тому же, еще и Эру. Умирает у нас СФ, умирает у нас Джей Фо, умирает у нас Санейка. Со стороны команды NIP умирает сразу 4 игрока. Драка закончилась счетом 4-3. И по голде немножко больше заработали NIP. Это при 4 трупах. По XP относительно ровно подрались. Неприятно, что СФ в этом файте умер. А этот парень в этом файте, я так понимаю, вообще не участвовал. Нет, участвовал, но улетел на базу хилиться. 3800 на руках у нас у снайпера. Снайпер пока что не покупает МКБ. Видимо, решает оставить, ну, артефакты на МКБ. Хотя можно купить Demonage 2400 и 1500 за Джевелин. Можно бы уже приобрести МКБ, но Лимп оставляет деньги на байбек. В принципе, правильно делает. Драки просто сумасбродные и не всегда предсказуемые. Падает Рошан. Рошан, у которого есть сыр, это третий Роха в данном матче. Знает ли об этом команда Power Rangers? Если что, есть у Джей Фо ульта. И может об этом команда Power Rangers узнать. Наблюдаем за Джей Фо. Он главный
кто чекнуть может Рошана. Врыв у нас на Силкида. Забирают у него из стан. Скорее всего, Кларадет. Нет, Вейв оф Террор украл у нас Рубик. Пошла ульта аппарата. Ульта аппарата в никуда. Лимп у нас под БКБ, но Лимп под Абиссал Блейдом должен рассыпаться. Лимп по-прежнему живет под ультой Дизраптора. Все очень сильно биты. Джейфо на лоу ХП, но Джейфо продолжает жить. Также у нас Дитяра на лоу ХП. Дитяра умирает у нас от рук Эры. За ним погоня за Эрой от Спирит Брейкера. Не должен чеширский кот отпускать этого парня. Также у нас Роджер здесь. Роджер понимает у нас Эру ветра. Погоня у чеширского кота. Эра должен суицидиться. Получится ли у Эры засуицидиться? Нет, у него не получается засуицидиться. 43 секунды Эры не будет. Рошан очень сильно битый. Здесь летает у нас Бэтрайдер. Но Бэтрайдер ничего сам Рошану не сделает. А вот Дитяра Рошану может сделать достаточно много. Также сюда приходит Роджер. У него есть ДД и... На секундочку, 400 с руки. Бэтрайдер пытается, видимо, банкой разбросать людей на хайграунд. Забирается Рошан для команды Power Rangers. Сыр отходит у нас Дитяра, а SF забирает... SF забирает Аегис. Куда отправляется чеширский кот и почему бы не пойти подраться на хайграунде? Пока что по-прежнему стоят Таура. Вроде бы не пушатся стороны, но драки интересные, а соответственно игра... Мне кажется, сильно затянутой. Ну, конечно, не считая той нелепой паузы, где отваливались поочередно игроки обеих команд. Эра у нас не справился с пингом. 240 мс, так играть нельзя. Эра дал всем об этом это понять и переподключались в десятером. У СФа после бабочки 4200 на руках. Роджер очень серьезно фармит, но это SF на 45-й минуте. В принципе, о чем еще можно говорить? Необходимо, я думаю, разобраться здесь с отхилом, таким как Сатаник. И Роджер будет, в общем-то, полностью запакованным. Там уже можно будет разбираться и с даггером. Выбрасывать даггер, покупать Сатаник. Да, все-таки SF пошел в криты. Кристаллис покупает... у нас Роджер. Куда побежал чеширский кот? Где этот спринтер? Чеширский кот отправился у нас к крипам. Как-то сбросил с себя, видимо, эра разгона. Или разгон и был на крипах. Да, разгон и был на крипах. Эра отсюда улетает. Эра улетает под свой хайграунд. Пока что команда Power Rangers не наступает. Но ей пора бы об этом задуматься. На мид перетягивается Дитяра. Здесь втроем игроки команды Power Rangers. А с другой стороны расположилась команда NIP. Сразу 4 человека на хайграунде. Здесь также Лимп на миде и на топе Бэтрайдер. Бэтрайдер занимается отпушем, а ему бы стоило заниматься ганками. Так, выход, видимо, будет на Бэтрайдера. Решили его исключить из игры. Врыв от Санейка. Санейка поднимает в телекинез у нас Бэтрайдера. Бэтрайдер поднимает себя в ветра. Будет ли ульта? Ульты нету от СФ, а пока еще где у нас СФ? СФ гонит снайпера. Под момом снайперу нереально больно. СФ в последний же момент поднимал в лосо у нас Бэтрайдер. Продолжается драка. Развалили у нас Венжфул Спирит. Бэтрайдер выкупается. Ульта от Роджера. Порезал нормально дамаги к команде NIP. Роджер и выйдет ульту снайпером своим блинком. И у него это получилось очень профессионально. 4600 на руках у Роджера. Кристаллис имеется. Имеется Аегис на всякий случай, чтобы в случае неудачной драки встать и еще развалить кабинеты команды NIP. Бэтрайдер врывается у нас на ТП и сразу же взлетает то в Юл, то в телекинез, то снова в Юл. Бэтрайдер ульту и выйдет. Хотя нет, по хвосту зацепила ульта. Роджер теряет у нас Аегис. Минус 3 для команды NIP. 102 секунды не будет у нас снайпера. Снайпер выкупался и отправился на базу. Нельзя уходить с базы команды Ниндзя в пижаме. Команде Power Rangers. Надо идти на мид и спушивать мид. Крипы здесь. Надо идти и пушить мид всем вместе. Дитяра отправляется на мид. Прыгает бить тауэр. Будет ли под сейв? Да, под сейв в виде... Даже помощь в плане дамаги от Роджера уже здесь. У Роджера имеется Дейдалус. Пока что к нему он не прилетел. Кураль несет Дейдалус. Врыв у нас на Роджера. Роджер ловит Сайленс от Дизраптора. Роджеру нельзя умирать. БКБ юзает у нас Роджер. Нет, не успевает БКБ провязать у нас Роджер. Чеширский кот тем временем
убивает. Кого он убивает? Убивает Дизраптора. Чеширский кот продолжает драку, разваливает еще и Бэтрайдера. Чеширский кот даблкил зарабатывает. У него мега килл стрик. И в эру решил ворваться. Напоследок Чеширский кот разваливает у нас Вингу. Погоня за эрой. Эра не должен отсюда уходить. Дитя Ра должен разобирать эру. Забирает эру. И Чеширский кот по-прежнему жив. Эра выкупается. Куда летит эра? Эра летит у нас на мид. Но никого эра не убивает. Эра прилетел на мид и отправился на Дитя Ра. Дитя Ра плевать на это хотел. У него через секунду будет паунс. Он уходит отсюда с паунса. Врыв у нас на эру. Эра на лоу хп. Эра не улетает. Минус 5. Упал барак на миде. Падают тауэр на нижнем лайне. Падают бараки на том же ботами. Команда Power Rangers выигрывает этот матч. Она выигрывает матч, конечно же, не общую встречу. Общая встреча играется в формате Best of 3. Еще раз напомню, это Major All Stars. Это матч за прохождение дальше. И проигравший вылетает. Как бы не прискорбно это сообщать всем фанатам команды, которая в итоге останется позади. У микрофона друг, это студия Игрокам ТВ. Пока что слушаем музыку и ворвемся на третью решающую карту данного противостояния СНГшного и шведского коллектива. Не переключайтесь.